Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, я Роман 4, цапля Роман. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, я Роман 4, цапля Роман, прием. Роман 4, цапля Роман, здесь РС 0, АСС. Слышу вас. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, я Роман 4, цапля Роман, я тоже вас слышу. Слышу вас хорошо, 5-9, мое имя Роман, прием. Здравствуйте, Роман, слышу вас хорошо, 5-9, Юрий Маленченко, прием. Да, Юрий, я вас тоже слышу хорошо, очень рад вас слышать. И у нас к вам есть несколько вопросов. Итак, первый вопрос. На каком языке вы общаетесь с иностранными коллегами на борту? Прием. Таким образом, мы можем общаться на любом из этих языков. И в зависимости, какие задачи мы выполняем, если работаем, например, на американском сегменте, то языком операции является английский язык. Если работы выполняются на российском сегменте, то языком операции является русский язык. Соответственно, общение с ЦУПами, ЦУП Москвы, русский язык, ЦУП Хьюстона или Мюнхен, Европейский центр управления полетами, английский язык. Да, Юрий, спасибо за ответ. Я сейчас микрофон передам самому младшему члену нашей команды, он вам тоже задаст вопросы. Здравствуйте, меня зовут Александр, я хочу вам задать вопрос. Какой участок Земли наиболее живописно выглядит из космоса? Можно все увидеть, и начиная с востока и до западных границ, есть все, есть и горы, есть и равнины, и пустынные места, и тундра, и океан, побережье, и море. Очень красиво. Спасибо за вопрос. Да, Юрий, спасибо. И еще один вопрос. Что бы вы хотели пожелать жителям и гостям Саратовской области, ежегодно традиционно собирающимся на месте приземления нашего Юрия Алексеевича Гагарина? Прием. Ну, я хотел им пожелать крепкого здоровья и благодарен за их интерес к своей истории, к истории страны, к истории развития. И пожелать тоже успехов в тех делах, которые они занимаются, учеба, работа, строительство, улучшение жизни пожелать и всегда помнить о нашей истории. Спасибо. Да, Юрий, спасибо. Спасибо вам за проведенную радиосвязь. Мы со своей стороны желаем вам хорошего полета, всего вам доброго. И всей команде, всему экипажу. Всего доброго и традиционные радиолюбительские 73. Приятно было пообщаться. Хорошо слышал. 5-9. До связи. Всего доброго, до связи.